Добро вам, дорогие мои. Хочу это видео записать для тех, кто захочет посетить мой мастер-класс и дальнейшую сессию. Я это буду проводить впервые в таком формате. Я сегодня получил информацию утром после йоги. Точнее, йога проходила рядом со мной, а я как бы получал из космоса информацию, то, что мне нужно сегодня провести. И сегодня пришло такое, что мне нужно один вечер здесь, на потоке света, ну, приблизительно на 3 часа. То есть, как будет проходить мастер-класс и сессия, да? Все те, кто захочет прийти на мастер-класс, это будет примерно 1,5 часа. А для тех, кто еще не знаком с энергомассажем, с работой энергии, да, ну, в принципе, первая часть — это для всех, да, то есть там нет глубокого, да, раскрытия. И вторая часть я хочу уже провести для тех, кто хочет пойти в глубину, для тех, кто уже что-то такое уже раскачивал, то есть он работает с энергиями, и ему хочется еще пойти глубже, да, может быть, он уже в глубину ходил и хочет это либо посмотреть с другой стороны, со стороны моего, да, потока, моего мировоззрения. И вторая часть энергомассажа уже будет для, можно сказать, для продвинутых, да, для тех, кто хочет еще глубже погрузиться в эту практику. То есть первая часть у нас будет больше теория, где буду я рассказывать и показывать. Там, может быть, парами будем собираться и немножко в одежде проводить такой энергетический массаж. Вторая часть — это уже будет более глубокая. То есть первая часть у нас будет под навесом, может быть, на улице где-то. А вторая часть уже мы пойдем в палатку, то есть в большую палатку. Там, может быть, 4-5 человек соберутся. Ну, пускай даже 3 человека, те, которые хотят пойти в глубину. Пускай, если будет 10 человек, я буду очень рад. И там уже мы будем раскрывать свою сексуальность и направлять эту сексуальность по телу, да. То есть там не будет сексуальных практик, там будет именно управление вот этой сексуальной энергией. Почему я это делаю? Потому что я сам иду по этому направлению, потому что я сам гиперсексуальный. И вот эта вот практика, которую я буду делать во второй части, это именно управление сексуальной энергией, где мы можем свою сексуальную энергию направить в русло, да, в нужное русло, да. Каждый может прийти со своим запросом и получить на него ответы. Не буду много рассказывать, все остальное я расскажу уже на мероприятии, в первой части моего мастер-класса. Всех, кто придет, буду очень благодарен. Во благо.